Всем привет, вы снова на моем канале, и сегодня всем привет, вы на канале У Комикс. У нас сегодня очередная распаковка артбука по игре Гим. Мир игры Гим, вот так бы я сказал. Давайте распакуем, посмотрим, что там за артбук. Купил я его прям по дешевке, он мне обошелся в 300 где-то 50 рублей, ссылочку оставлю в описании. Если еще будут такие скидки, там сейчас цены растут, просто шикарно. Безумно шикарно, я бы сказал. В эту игру я играл в том году, мне игра понравилась, мне понравился ее мир. Но не зашла, что-то геймплей мне очень не понравился. Поиграл чуть-чуть я в нее, несколько стримов даже провел. Ну, как-то не то. Но сам мир, окружающий мир, мне очень понравился. Почему я решил себе это приобрести артбук. Потому что очень красивый мир. Так, сейчас упаковываю, что не открою. Все скотчем. Весит где-то килограмм этот артбук «Мир игры». Называется «Атхейм» по-английски. Я не знаю, английский я не очень знаю, но вот как-то вот такой вот перевод. Давайте его полистаем, посмотрим на этот замечательный артбук.
gods vanished and left our world in chaos, creating, altering, destroying. The anthem is all that remains. There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Destroy us all.